Привет всем, привет, зрители канала «Голос Кремниевой долины» Михаила Портнова. Это мое видео на конкурс, посвященный хорошей такой знаменательной дате, особенно для тех, кто любит круглые такие цифры, 100 тысяч подписчиков. От души поздравляю Михаила, поздравляю Светлану, поздравляю всех гостей канала Михаила, которые были у него. Это люди, которые сделали классный, отличный продукт, который смотрят теперь уже больше 100 тысяч человек. Что же толкнуло меня записать это видео? На это были две причины. Я вам расскажу о тех причинах, которые заставили задуматься меня о том, что же хорошего, по-настоящему хорошего происходит в моей жизни. Первой причиной стало то, что 24 августа, в День независимости Украины и по совместительству дню 375-летию со дня основания моего любимого города, города Ахтырки в Украине, Сумской области, одна волонтерская организация проводила награждение людей, тех, которые, по ее мнению, внесли какой-то вклад. Не остался я без награды, и этим хочу похвастаться перед всеми, ну, в некотором смысле, похвастаться перед всеми зрителями канала Михаила Портнова. Это было хорошо. Меня волонтерская организация наградила такой юбилейной или сувенирной медалью. Называется она «За заслуги перед містом». Кто не знает украинского языка, я скажу, это «За заслуги перед городом». За что же меня награждали? Так волонтерская организация оценила мой вклад, в том числе как и видеоблогера. У меня есть еще один канал, я не буду его здесь рекламировать. Он большинству зрителей канала Михаила не интересен, потому что он локальный. Я рассказываю, это канал моей нулевой толерантности. Я рассказываю о проблемах моего города любимого. Я предлагаю, как можно что-то где-то улучшить. Я предлагаю, куда нужно обратить свой взгляд чиновникам. Я иногда их критикую, я иногда им советую. Это вполне переплетается с моей общественной деятельностью, потому что в городе я являюсь заместителем председателя общественного совета нашего города. Ну что ж, вот так вот меня отметили. Это большая радость и большая ответственность и большая честь для меня. Я понял, что это хорошо для меня лично. Это очень хорошо, когда люди отмечают мой вклад в развитие нашего города. Ну и вторая причина, по которой я все-таки решился под конец конкурса записать это видео, это стал сам Михаил Портнов. Его видео про то, как он на диете скинул несколько килограмм. И я понял, у меня есть настоящий повод для гордости. Я ведь тоже имел проблемы с весом. Ну, наверное, даже и сейчас отчасти имею. Я вспомнил свое видео. Оно в закрытом доступе, но для вас я немножко поделюсь им. То, что происходило 25 января этого года. Вот весь ужас. Весы показали 130. Ну что, 130 килограмм. Пора голодать. И садиться на диету. Жена смеется, я почти плачу. Ну, посмотрим, что получится с этих 130 в ближайшее время. Ну что, как вы видели, ситуация была ужасной. Я был не похож на себя. Я весил 130 килограмм на тот момент, и я что-то решил. Я решил решать это дело интенсивно. И всего лишь буквально через какие-то 15 дней, через 2 недели усиленных вхождения в диету путем голодания практически полного, я сбросил свои первые 10 килограмм. Через 15 дней я весил уже 120 килограмм. Ой, я сегодня вешу 119,90. 10, больше 10 килограмм с момента начала похудания за эти 15 дней. Не то чтобы супер хороший результат, но и неплохой. Я считаю, за 15 дней 10 килограмм, ну, плюс-минус, как говорится, нормально. В принципе, потянет. Вот так вот, 119,900, ура!
я похудал еще на 10 килограмм. Добрейшее утро, 29 марта, вторник. Получается 109 килограмм, 900 грамм. Следующие 10 килограмм давались гораздо медленнее, но легче для организма. Я уже не столько голодал, сколько больше придерживался диеты, изменил режим питания, режим жизни и вообще некоторые свое отношение. Я приближаюсь к своей намеченной цели. Я не буду говорить, какой, оно тоже не столь важно. Самое главное, что вы, наверное, поняли. Я видел цель. И препятствие единственное, которое я видел, было у меня в голове. Я надеюсь, что я успешно его преодолел. Я его преодолеваю, и это тоже очень хорошо, и этим я очень горд. Ну ведь вы согласитесь со мной, что сбросить 30 килограмм, ну что практически, я не знаю, кто подсчитает от 130 килограмм, сколько это процентов, это тоже, это очень-очень хорошо. Вот этими двумя хорошо я хотел поделиться с вами, я хотел поделиться с Михаилом, а также хотел пожелать всем самого отличного настроения. Смотрите канал Михаила, все будет хорошо.